На проведение работы над ошибками предыдущего подрядчика потребовался месяц. Дорожное полотно на улице Пролетарской отремонтировали в 2014 году. Но его качество оставляло желать лучшего, пришлось переделывать. Забор керна на отремонтированном участке дороги на улице Пролетарской в Звенигороде дорожники сделали под контролем главы округа Андрея Иванова. Фрезеруется, потом обрабатывается вяжущий материал, происходит, собственно, и прилипание от нижнего к верхнему. На глаз полученный образец дорожного полотна оценить невозможно. Он отправится в лабораторию. На его изучение специалистам потребуется примерно неделя. 1,3 километра дороги отремонтировано, сделаны также пешеходные тротуары в асфальте, там, где стоят у нас остановочные павильоны. Вот сегодня взяли пробы, отправляем это в лабораторию. Если лаборатория высоко оценит качество проведенных работ, разметка на обновленном дорожном полотне на Пролетарской улице появится к 1 августа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».